В этих местах говорят: июнь еще не лето, июль уже не лето. Зимой снежная пустыня, летом непроходимые болота, а под ними газовое море, богатейшее в мире месторождение Уренгой. Сегодня с тюменского севера тянутся нитки магистральных газопроводов к промышленным центрам Урала и Центральной России и дальше в страны Европы. Уренгой отрезан от всех подъездных путей. Навигация на северных реках короткая, а железная дорога еще не пробилась от Сургута. Трудная стройка, но необходимая. Одна из главных строек пятилетки. Только первый газовый промысел дает 10 миллиардов кубометров в год. Это втрое больше, чем до войны добывала вся страна. Трудная стройка. Каждый кирпич, каждый метр трубы на вес золота. Каждая доска проблема, ведь тайга с ее лесами далеко на юге. Здесь тундра. Уренгой живет в основном тем, что доставляется по воздуху, самолетами. Мука, сахар, молоко, письма, газеты, книги. Все, без чего не обойтись человеку. Человеку и стройке. На север я приехал в 1974 году из Саратова. До 1976 года работал на Медвежьем, на месторождении. А в Уренгое с 1976 года, с лета работаю. Жизнь здесь от крупного города, конечно, коренном отличается. Работа другая, но работает само собой. Для этого и приехали, чтобы работу сменить. А вот условия жизни, конечно, резко отличаются. Сравнить Волгу, где самые жестокие морозы, 35 градусов, порядка 2-3 дней, и здесь, когда по месяцам стоят до 50 градусов. Конечно, разница в этом большая. Лето можно бы сравнить с Сочи, если бы не комары. Бригадира передвижной механизированной колонны Вячеслава Самарина избрали председателем постройкома. Должность хлопотная, обо всем думать приходится. Кто как живет, чем можно помочь человеку. В Уренгое это чаще всего означает решить вопрос с жильем. Очень уж их здесь не хватает, этих квадратных метров. Значит, у нас имеется заявление на предоставление жилплощади от Мариенко. Смотрите-ка. Ну, это заявление на благоустроенное жилье, имеется в виду капитальное. Сейчас мы до этого еще не дошли, чтобы такие вещи обсуждать. Значит, Таня, пиши сразу насчет Гаразова. Я Гаразова разрешу строительство. Чугунова не разрешает. Нет, Чугунова отказывает. Ну, надо мотивировку какую-то написать. Почему? Ну, малый срок работы. Нам нужно... Так надо и написать. Ну, отсутствие материалов и недостаточное время проработал еще у нас. И еще у нас есть один товарищ, который по этому поводу хочет с нами поговорить. Сережа Колесников. Так, от тебя заявление было с просьбой предоставить тебе возможность построить самому. Помогать поможем. Но это при наличии материалов. Труба для того, чтобы делать перемычки, есть. Панели у нас есть. Основное. Ну, надо ему идти навстречу. Пусть на здоровье строится, мы окажем помощь и в путь. Жилищная проблема на Уренгое – это громадная проблема. Строительство жилья намного отстает от строительства промышленных объектов. Ну, а построить промышленные объекты, не имея людей, невозможно.
В основном это временное жилье. Поселки типа вагон-городков. У нас в настоящее время в Уренгое в вагон-городке из почти 9 тысяч населения живет где-то порядка 7 тысяч. Рядом с вагон-городком еще есть небольшой поселок, там дома, которые строят сами рабочие. Получилось так, что это в самый первый период, это было бесконтрольное строительство. Люди строились сами, из чего попало. Ну вот, образовался такой поселок самострой. Ну, человек построил, живет и все. Как он это сделал? Где, чего? До некоторых пор это никого не касалось. Но сейчас стараются с этим упорядочить. То есть мы людям представляем место, представляем им материалы, представляем помощь в рабочей силе. Ну а строительство этого жилья в основном идет силами того, кто будет там жить, и в нерабочее время. Ну, принцип такой, хочешь жить, стройся. Понятие жилье вот здесь у нас на севере, конечно, отличается от того понятия, которое вкладывают люди в средней полосе России. Они в понятие жилья вкладывают еще и другое, то есть это и благоустройство какое-то. Ну, например, сейчас уже даже, как стыдно говорить, о жилье без ванны. Для нас жилье – это просто жизнь. Нам главное крыша и тепло. То есть люди настолько вот здесь, ну не то что неразборчивы, а настолько понимают тяготы вот севера и понимают, что по-другому сейчас здесь невозможно. Там, где строится Уренгой, не было прежде ни поселка, ни стойбища. Первые землянки в 74-м. А теперь с каждым месяцем людей все больше становится. Весной 78-го к строителям Уренгоя присоединился всесоюзный ударный комсомольский отряд имени 18-го съезда ВЛКСМ. Отряд поселили в самых комфортабельных уренгойских домах, двухэтажных общежитиях из бруса. Сегодня отрядовцы строят 3 таких дома. В бригаде плотников работает москвичка Нина Конопелькина. Я работала в Москве на Зиле в строительном цехе. В первые дни, когда мы приехали в наш новый Уренгой, нам очень не хватало этой насыщенной московской жизни. А после мы привыкли, и в сущности здесь мы сами хозяева жизни. Если в Москве этого не чувствовалось, то здесь это остро. Вот. Ты понимаешь, что если ты не сделаешь, то никто ничего не сделает. А кран не дают. Нам бригадир говорит, да что делать? Вручную поднимите. Кран, говорит, один на все управление. Когда работаешь в бригаде, ты стараешься делать все, на что ты способна. Порой вот моя профессия может и смутить всех настоящих строителей. Я работаю сейчас плотником. Девушка работает плотником. Это достаточно странно. Брус мы, конечно, который весит 100 килограмм, не носим на плечах. Но достаточно тяжелые доски нам приходится переносить. Приходится работать со стекловатой. Это, конечно, малоприятная работа, но в то же время вот спайка коллектива, чувство вот этой сплоченности, то, что мы стараемся вместе что-то сделать, вот это доставляет истинное удовольствие. Вот то, что ты не один, и то, что существует коллектив, в котором ты что-то значишь. Но библиотека, это вот когда стал вопрос о создании библиотеки, решили, что вот я со своим оптимизмом смогу почему-то вот все это сделать. И вот, наверное, что характерно для нашей отрядной библиотеки, это
Люди приходят не только за книгой, люди приходят поговорить с тобой. Потому что она является не только кладовой книг, но она является и кладовой общения. Через книгу мы общаемся. Привет, Радочка. Здравствуйте. На, я тебе такая беседа. На обед. Папа взял опять, стал смотреть, где оно начинает. Если там читать нечего, чтобы не поворачивать. Ну почему? Это ведь книга, как справочник идет. Да? Да. А что ты хочешь, Сереж? Да. Здесь нет такого. Ну, детектив, погони, да, перестрелки. Ну, устраивай здесь погони. Да. Здравствуй, проходи. Что ты так боишься чего-то? А? Проходи. Зачем? Ну, сколько закрыли? 200 рублей. Нет, закрыли. Ну, закрыли 200. Прямого? Прямого 200. Ну, и все нормально. Обожди, Ванюш. Год великий войны. Чем делаешь? Так. Ну, без книг я, наверное, не помню себя. У меня всегда были книги. Я считаю, что у меня получается так. Жизнь ведет, но я не просто читаю в книге что-то, а я стараюсь найти ответ на те ситуации, на те вопросы, которые жизнь ставит. Но, может быть, это и нехорошо, потому что прежде всего я опираюсь на свое собственное «я», на свое соображение, на свое отношение к жизни, а из книг черпаю ответы на какие-то вопросы. Может быть, нужно наоборот? Прочитать, как жить, и потом, соответственно, ну, нет, так не нужно. Основной жизненный опыт я пока черпаю из книг. Вот единственный мой такой смелый поступок – это поездка на север, а в остальном я очень обыкновенный человек. Ну, определить свою суть – это всегда трудно. Даже от прожитого дня к следующему дню изменяемся где-то. Я на полпути. Я еще не могу сказать, что мне в жизни надо так, чтобы я смогла принести большую пользу и себе, и окружающим. Ну, во всяком случае, я считаю, что мне сейчас просто необходимо жить с такой жизнью, в которой живут в основном все люди, чтобы понимать их. Я попрошу тишины. Мне очень радостно видеть всех вас сегодня у нас в зале. В этом году мы подводим итоги первого нашего северного года. С Новым годом, товарищ! Часто повторяют «сибирский характер», «северный характер». А что это такое? Везде есть люди сильные и слабые, мужественные и нерешительные. Просто здесь, наверное, виднее, какой ты. Ну вот Нина Конопелькина. 3 вечера в неделю в библиотеке. Стенгазета «Нина», вечер отдыха «Нина». «Жить для людей». Так это должно быть, называется.
И еще один Новый год в Уренгое у Вячеслава и Лилии Самариных. Сколько их будет? Сегодня они, вероятно, и сами точно не скажут. Многие думали, едут сюда на год, на два, а уезжать не собираются. У каждого своя дорога на север. Но есть что-то общее в этих дорогах или в людях, которые эти дороги выбрали. А чего люди едут на север? Ну, я думаю, и в силу необходимости, такой врожденной непоследливости, тянет все время вдаль, увидит что-то новое. И просто хочется порой и заработать. Преобладающее большинство людей едут сюда для того, чтобы решить жилищный вопрос дома, там, ну, где-то на юге, там, в России, в средней полосе, в смысле, вступить в кооператив. Ну, у нас не редкость такой заработок, ну, где-то 800 рублей, 900, 1000 рублей даже. До 1000 рублей это не редкость. Есть еще люди, которые, ну, мечтают приобрести машину, личный транспорт. Ну, получается, здесь где-то так в течение 2-3 лет, нормально работая, ну, не пьянство, конечно. Ну, на север едут не только зачем-то, но и почему-то, оставляя, пытаясь порой убежать от себя в надежде, что вот трудности этой северной жизни заставят позабыть те проблемы, которые остаются неразрешенными. А проблемы, они так и останутся неразрешенными, несмотря на то, что ты оказался за несколько тысяч километров от того места, где ты жил. Они по-прежнему будут волновать тебя и требовать своего разрешения. Если кто-то не смог устроить свою жизнь там где-то дома, приезжает сюда, ну это что же, бабка надвое сказала. Он может здесь устроить, может продолжать и дальше то же самое. Так что в этом отношении я вот считаю и советую тем, кто хочет там, допустим, от каких-то своих неурядиц, которые, собственно, сам и создает, убежать сюда на север от них, это бестолковое занятие. Надо сначала там, наверное, наладить все это дело, а потом езжай себя, испытывай и ищи, что тебе хочется. Я считаю так. Едут и за романтикой. Ну, здесь без романтики никто не живет. Кто-то, если и говорит, что мне этот дым и запах тайги не нужен, то это ерунда. Он все равно романтик. Здесь как-то привыкаешь и к тяжестям, привыкаешь и к трудностям. Ну, кто может сказать, допустим, сможет ли человек вот работать на 50-градусном морозе? Надо попробовать, и все. Thank you.